Друзья, всем привет! Сегодня у нас Ford Mondeo с необычной историей. У него обломан датчик температуры топлива. По нему ошибка. Это новый, ну как новый, живой. Вот со снятого насосика. Тут у меня насосик был в запасе. Уже без вала такой. Я его оставлял долго, и он себя зарекомендовал, пригодился, короче говоря. Вот я выкрутил этот датчик хороший. А в этом Mondeo его нету. Вот этот обломанный здесь стоял. И хозяин бросил фишку сюда вниз. Вот видите, он обломан вместе с фишкой. Обломлен, видите, вот. Два проводочка здесь. Так купили люди, растаможили ее уже, эту машинку. Вот в таком состоянии, видите. Значит, сейчас мы поменяем его. Тут насос гонит стружечку. Демонтируем насос. 108. 108А. Видите, вот маркировочка. Мондеовский, классический. Меняем сейчас этот датчик. Меняем подкачку. Делаем две форсунки, льют в обратку. И этот колхоз тоже убираем, потому что у ребят завоздушилось все. Будем ставить оригинальные патрубки. Вот такие вот патрубки будем ставить все. Вот. Это от фильтра до насоса. Вот вместо этой шланги, вот от фильтра до насоса сюда. Вот он родной. А это у нас обратка, которая идет от насоса до фильтра, и от фильтра уже дальше до бака. Вот эта магистраль идет туда. Все, в принципе, ребят. Датчик нужно менять. Тут ключ. Ключ на 19. Откручивается легко. Между ними стоит шайба вот такая. Сейчас я тоже ее поменяю. У меня есть в ремкомплекте шайбочка электрическая, и будем монтировать. Все, ребят, всем покедова, потому что ошибку будет бить по-любому. Он должен здесь стоять. Все, ребят, всем пока-пока.